Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Тыква – это универсальное растение. Ее плоды можно использовать практически для любых блюд – десертов, супов и гарниров. Сегодня готовим пюре из тыквы – одно из лучших блюд, которое можно приготовить осенью. Тыквенное пюре – это отличное самостоятельное блюдо или основа для тыквенного пирога, печенья, кексов и других осенних блюд. Главным и основным ингредиентом у нас является тыква. Разрезаем ее на небольшие кусочки. Чистим с помощью ложки от семян. Разрезаем ее на небольшие кусочки. Очищаем от кожицы. Нарезаем небольшим кубиком. В сотейник, ковш или маленькую кастрюлю высыпаем кубики тыквы. Заливаем водой, накрываем крышкой и даем закипеть. Тыква варится очень быстро. Как закипит, минут 5 и готово. Готовность тыквы я всегда проверяю с помощью вилки либо ножа. Сливаем воду и полностью остужаем. Измельчаем с помощью блендера. Можно использовать толкушку либо вилку. Взбиваем до получения однородного гладкого пюре. Используем сразу или перекладываем пюре в емкость, либо пакетик и замораживаем. Храним в холодильнике 1-2 дня. Так как я не являюсь большим фанатом этого овоща, больше всего мне нравятся рецепты, где тыква практически не чувствуется. Американский пирог, рулет с тыквой, блинчики, кексы. Все эти рецепты есть на моем канале, а ссылочки вы найдете в описании под видео. Из приготовленного пюре я планирую испечь мраморный кекс. Рецепт выставлю у себя на канале к концу недели. Чтобы не пропустить его, рекомендую подписаться и нажать на колокольчик. Готовьте вместе со мной, готовьте в удовольствие. С вами была Неля. Всем приятного аппетита!